вы выполняете очень важную миссию. Об этом и на заседании Госсовета сказал президент нашей страны. И, конечно же, укрепление материальной технической базы, обеспечение мобильности, доступности – это одна из главных задач. Часть автомобилей приобрели за счет средств федерального бюджета, часть автомобилей за счет республики. Я надеюсь, что таких событий будет у нас много, и мы будем вас радовать вот этими своими поступками, а вы уже своей работой будете радовать наше население. Набережная Челнинский государственный театр кукол. Государственный бюджетное учреждение Татарский государственный театр кукол. Государственное бюджетное учреждение культуры республики.